Расскажи, во-первых, как долетел, как прошла дорога. Все хорошо. Без каких-либо проблем. Я уже знал, что и как нужно, к чему готовиться. Сдал тест еще в Анталии на коронавирус, получил результат и полетел. Здесь на паспортном контроле анкету только заполнили и все. То есть, в принципе, все быстро и оперативно. Как самолет узнавали? Нет. Даже автограф не просил? Нет. Спокойно? Да. Когда вот зашел на базу в Новогодск, ты чувствовал, какое испытание? Ну, я соскучился. Соскучился по всем вам, по всему персоналу, по ребятам. Потому что я с начала года был в Анталии и только на один день в марте прилетал, и все. И больше в России меня не было. Ну, понятно, что все равно время проходит, и хочется увидеть друзей, знакомых, товарищей. Поэтому очень приятное чувство и ощущение. Хотел, но понимал, что у нас еще подготовка идет к сезону только, а в России чемпионат не в разгаре, но уже 5-6 туров прошло, поэтому предполагал, что может не вызовут из-за того, что у меня нет достаточной игровой практики, но был приятно удивлен, когда получил вызов. Скажи вообще, как твоя жизнь проходит? Как вообще приняли в команде, когда ты ушел? Хорошо, в команде приняли и в плане коллектива. Я уже об этом говорил в каком-то из интервью, что коллектив очень хороший в команде, в отличие от... Я в прошлом году был в Башакшехире, там такой сплоченности не было. Мне... Ну, в команде помогал в плане адаптации Адис Яхович. Он очень хорошо говорит по-русски. В ту бытность, когда он играл в Самаре, он выучил, и поэтому проблем никаких нету. Он такого типа человек, наверное, где-то как Артем Дзюба. У нас тоже веселый, компанейский и на поле лидерские качества проявляет. Вообще на каком языке в команде общаешься? На английском. Английский, русский, потому что есть массажист, который говорит на русском. У него жена русская, из Санкт-Петербурга. Есть переводчик, который тоже говорит по-русски, он из Болгарии, и Адис. То есть вообще в плане разговоров никаких языкового барьера нет. Ну, есть слова, да, стандартные фразы, которые я знаю, и стал больше понимать, что говорят на турецком языке. На тренировках, в принципе, там уже переводчик и не требуется английский. Как прошло для тебя сидеть дома, поддерживать форму в домашних условиях? Тяжело было, да, но... Была возможность ездить на базу и тренироваться там. Часть команды у нас были в отеле, который владеет наш президент клуба. Я был дома и ездил практически каждый день, выполнял свою программу, ну и учился готовить. Что научился готовить? Много чего. В основном это были десерты. Десерты, но без сахара. То есть, как правильное питание. Было интересно и вкусно. Я постоянно делал и к сестре в гости со своим. Я буду прав, если скажу, что больше всего тебе не хватало семьи. Да. Мы в итоге не виделись. Ну, я не знаю, вот этот один день в марте, когда я был, наверное, стоит считать, и вот с начала марта до середины
июня я их не видел. Дети задавали вопросы, где папа, что случилось? Нет, они понимают все, они знали и знают, какая ситуация, но понятно, что все скучали, и дети, и супруга, и я. И были очень рады, когда удалось воссоединиться. И сейчас они со мной, и, может быть, останутся вообще в Турции. Ну, минимум до Нового года точно будут со мной. Скажи о вашей встрече. Они прилетели, но меня не было. У нас была игра в Стамбуле. Они долетели, все, их встретили. Встреча прошла замечательно. Мы после того, как они вернулись, просто все дни, все время вместе, и для меня это настоящее счастье. Я ничего не хочу менять. Хочу, чтобы они всегда были со мной рядом. Скажи о своих планах на сезон. Играть. Самое главное — это играть. Сезон длинный получится, потому что расширили лигу в Турции, теперь 21 команда, получается 40 игр в сезоне. Получается, не будет у нас паузы небольшой, там есть пауза 10-12 дней зимой на Новый год, но в этом году ее не будет. Ну, для меня это хорошо, для меня лучше. Когда много игр, ты постоянно в тонусе, меньше тренируешься, больше играешь. Думаешь уже о Евро? Нет, честно, еще мне кажется, это так далеко, еще столько всего может произойти, но как раз если буду играть и получать постоянную игровую практику, то, надеюсь, попаду в сборную и выступлю на этом турнире.